One, two, get down! Друзья, всем привет! Канал Дневник Фристайлера на связи. Сегодня мы будем учить долгожданный Шон Фликап или Сиан Фликап. Короче, без разницы. Это тот подъем мяча, который вы больше всего просили в обучалке. Итак, погнали! Сегодня будем разбирать Шон Фликап, как он делается, что нужно сделать, как нужно стать, сходное наше положение. Немножко боком. Оставляем ногу, второй ногой мы давим на мяч, хорошо, придавили, подкатываем так к мячу, чтобы можно было захватить его этой костью и носком, вот, надавливаем вниз, максимально надавливаем вниз, нога у нас тоже, немножко сидим, и что мы делаем? Следующее движение, как оно выглядит, мы делаем раз, задавили и резко отдергиваем ногой назад. Надавили и отдергиваем назад. Выпрямляем все тело. Еще раз. Зажали, выпрямили. Давайте попробуем еще разочек с мячом. Надавили. Вот примерно так мяч будет по-любому подлетать. Движение идет какое? Мы катим мяч назад. Когда мяч катится немножко назад, носочком мы его отдергиваем. То есть раз, отдергиваем, и мяч по-любому должен подлететь. Попрактикуйте. Он будет сначала, может быть, подлетать низко, но с тренировками это все у вас начнет получаться. Можно будет выбросить высоко. С этого фликапа можно ловить на сайт. Можно делать леминс, как делал сам Сиан Гарнье. Как Хендерсон делал, по-моему, 3 оборота. В общем, включаем фантазию и тренируем все, что вам хочется. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!